Ой, блядь, я еще не допрыгнул. Вот так, дамы и господа, агент тем временем проигрывает вторую карту Distant Light, но первую он выиграл. Значит, у них будет третья. Ну, молодец, Distant Light. На Sudden Death такой интересный матч. Побеждает агента на Emberfall. Можно сказать, Sudden Death. Такой Double Golden Frag, это у нас Sudden Death. Monolith выиграл агент в один фраг. Ну, вообще матч получается очень жесткий. А мы будем сейчас Бакстин смотреть фаербот. Ждем. Ванны. Кто со звуком? Жук-паук. Никаких претензий, просто... просто профилактическое, про, напоминаю про неуместность употребления каких-либо матерных слов или матерных отсылок на канале киберспортивного клуба. Дайте, пожалуйста, обратную связь по звуку, все ли нормально. Звука игры агента не должно быть, сейчас слышно мой голос. И мы в шаге от матча Бакстин Firebot. Судя по всему, они будут ждать, чем закончится этот матч, поэтому включаем музычку. Напомню, что у них 1-1. По картам. Мы сейчас включили стрим агента, так как у нас есть время. Судя по всему, Бакстин и Firebot не хотят начинать, пока не доиграет агент с Distant Light. Но с точки зрения задержки турнира это никакой задержки не дает, потому что до завтра ждет агента в полуфинале, а Firebot
с Баксоном играют в нижней части сетки в полуфинале. В нижней части сетки сингл. Напомню, что ЕГГВП всегда синглы. Но, судя по всему, после досадного поражения на карте Emberfall, агент настроен очень серьезно на финальный, на Skybreak. Мы видим, что здесь пока у Distant Light ничего не получается, 4-0 тем временем. Но в любом случае стоит отметить, что Distant Light приятно удивляет. Мы отмечали, что этот игрок будет исключительно расти. Проиграл он в один фраг первую карту в этом четвертьфинале и выиграл. Выиграл тяжелейший Sudden Death Double Golden Frag на Emberfall. Тоже получается в один фраг. Что, конечно же, очевидно. 5-1. Агент разозлился. Да, весь мир замер и турнир замер. Все хотят видеть это противостояние, этот четвертьфинал. Но здесь, видите, агент разозлился. Спортивная злость, проявлена Николаем, сейчас способствует его преимуществу. 6-1. Неужели оставит Distant Light он в минусах? Неужели настолько, настолько жестко собрался Николай? Не так много времени осталось, чтобы узнать. На самом деле здесь, если так все дальше пойдет, то на 8-й минуте будет уже золотой фраг. Да, агент, конечно, на финальной третьей карте не оставляет никаких шансов Distant Light'у. 3 минуты до золотого фрага. Hello, Rinkele, it's currently a tournament. Diabolical tournament. Doing great. If asking, what about you? It's a Diabolical EGGVP tournament. Actually, the host of the tournament is from Finland. Daily duel tournament each week on Sundays. €50 for the first place. Да, 10-1. Агент решил показать Distant Light, кто здесь царь. Ну, наконец-то выходит из минусов Distant Light. Стоит его с этим поздравить. Всегда неприятно проигрывать в минуса. Особенно после того, как выиграл такую. Ну, судя по всему, перегорел на второй карте на двойном золотом фраге. Полностью все силы отдал Distant Light в той игре. И на финальный, конечно, уже сил не хватило. А у агента, опытного бойца турнирного, они всегда на внутренние резервы в нужный момент могут быть задействованы. И 12-1. Золотой фраг для агента.
Вот что бывает, если разозлить агента. Остается лишь один фраг нанести агенту, и мы будем смотреть Бакстин против Файрбот. Кстати, карты какие у нас Бакстин Файрбот? Пожалуйста. Скайбрейк, Рая, Монолит. Скайбрейк, Файрбот, Рая, Бакстин, но неудивительно, это его любимая карта. И Монолит финальная. Победа за агентом, закономерная и довольно-таки легкая. Стоит отметить. Вот наши полуфиналы. Дозатор агент, еще не обновилась сетка. Файрбот Бакстин. Сейчас очень важно, чтобы был звук игры. Прошу дать информацию. Отлично. Ну что, ждем мы Бакстина и Файрбота. Досматривали они матч. Какой интересный для них матч. Агент Distant Light. Напомню, что Distant Light сотворил мини-сенсацию, победив агента на второй карте Emberfall. Кстати, одна из самых сильных карт агента. То действительно, действительно сенсация на золотых фрагах. Причем долго шел матч, больше 20 минут, если не ошибаюсь. И мы предоставляем вам выбор, так как агент тоже стримит свой геймплей. Всегда можете посмотреть его полуфинал против Дозатора. А мы сконцентрируемся на втором полуфинале Бакстин Файрбот. Все-таки агент Дозатор — это калужская эль-классика, битва при Калуге, которая всем уже известна. Обычно, а точнее быть, всегда побеждает агент, но может быть сегодня будет исключение. Если таковое будет, мы обязательно потом разберем этот матч, если получим реплей. Но что-то мне подсказывает, что в очередной раз агент после такого напряженного матча против Distant Light сейчас очень собран. И, скорее всего, опять пройдет финал. А вот Бакстин Файрбот — это что-то новенькое. Учитывая, что Файрбот лишь на прошлой неделе впервые участвовал в турнирах GGGW. Судя по всему, у него поменялось расписание. Теперь по воскресеньям он может себе позволить кибератлетическое
занятие, такое как участие в турнирах ЕГГВП. И играть он будет против Бакстина, завсегдатого турниров ЕГГВП. Частенько Бакстина мы видим и в финалах, в полуфиналах. Это сильный-сильный игрок. Но Файрбот под стать ему. Я думаю, что этот полуфинал будет не менее интересным, чем российский полуфинал Дозатор-агент. Я помню, что в полуфиналах Best of 3, в финале Best of 5. Файрбот представляет Литву, но проживает в Великобритании. А Бакстин 1-2-3 представляет королевство Нидерландов. Информация от M19cast, с которым ваш покорный слуга вчера имел честь проводить свой досуг. Удалось нам в компании, в приятной компании отпраздновать день рождения одного из представителей киберспортивного Quake-движения. Чему мы, конечно, сказанно рады. Думаю, что, конечно, не стоит опускать наличие женского фактора в данном мероприятии. Удалось нам повстречать интереснейшую даму с кубинским бэкграундом. В целом, думаю, что все остались довольны. Но сейчас у нас на повестке дня киберспортивный турнир ЕГГВП. 50 евро на кону. Кому же они опять уйдут? Агенту, Дозатору, Бакстину или Файрботу? Если Файрбот, кстати, это еще более олдскульный игрок, чем Агент и Дозатор, то Бакстин, скорее всего, игрок, который начинал свой путь, скорее всего, с Quake Live. Если кто-то знает другую информацию, дайте мне знать. Но, как мне кажется, Бакстин впервые более-менее засветился в Quake Live. То Дозатор и Агент тоже это Quake Live эпоха. Они в основном играли в Counter-Strike 2 на 2. Участвовали в турнирах Asus. Да, были турниры 2 на 2 Asus. Такая информация не до конца проверена, но была предоставлена вашему покорному слуге на переговорах с Дмитрием Осиховым. Возвращаясь к нашему противостоянию, по непонятным причинам не стартует матч. Я начинаю переживать, а не произошло ли каких недоразумений? Где бойцы? Где бойцы ЕГГВП? Вопрос остается открытым. Полуфинал, дамы и господа. Бакстин Файрбот. Королевство Нидерландов против Литвы. Некогда Литвы. Данный момент, честно говоря, не уверен, является ли жителем Великобритании Файрбот. Все может быть. Может быть, уже представляет он уже и Великобританию. В любом случае, европейское дерби. А в другом полуфинале у нас Агент против Дозатора. Эль Классико по-калужски. Посмотрим, сможет ли Дмитрий Осиков приготовить свой излюбленный десерт. Гранаты по-калужски. Так. Ну что, ребята, какая-то пауза непонятная. Думаю, что музыкальное сопровождение будет не лишним. Непонятная ситуация на турнире. Они играют уже. Тимкон стримит. Отлично! Как же так получилось? Как же так получилось, дамы и господа? Сегодня все против нас. Сегодня все против нас и нашего киберспортивного клуба. Кто всему виной, неизвестно. Я был все это время в лобби. По какой-то причине не загрузилось. Вот такие пироги. Что делать? Как же быть?
посыпаем голову пеплом. Но такое уже не первый раз случается в лобби Diabolical. Максим ведет. У агента за задатором карты Биоплент, Рая и Казба. Ну, Рая, мы знаем, что Рая это самая сильная карта Бакстина. Здесь он, конечно, фаворит. Не понимаю, как вообще, почему я не загрузился? Есть ли объяснение, почему у меня карта не загрузилась? Какой-то редкий баг. Я бы, честно говоря, обвинил во всем Касса и его врыв на наш спортивный стрим. На этой карте, конечно, будет очень тяжело фаербота выиграть. Ох ты, какие интересные мувы от фаербота. Прошу прощения, от Бакстина. Напоминаю, что сегодня у нас не только турниры ГВП, а вечером также вас ждет интереснейшее противостояние команды Factory против команды Plus Forward в режиме Wipeout. В рамках киберспортивной лиги Diabolical Wipeout League Division Masters. Но пока наше лобби до сих пор не загрузилось, Бакстин уверенно побеждает на Рае 7-1. Смотрите, поменял прицел Бакстин, возможно, для... Нет, прошу прощения, это прицел не Бакстина. Это прицел продакшена Тимкон. Интересное решение. Возможно, это идеальный прицел под колобок. Ну, остается лишь только гадать, по какой причине именно этот прицел был выбран в рамках настроек киберспортивного продакшена от Тимкон Лан. Берет фраг важный фаербот. Поборется он еще. Но правда тут 25 секунд до голден фрага. Будем надеяться, что после того, как Бакси сделает голден фраг, будет загрузка карты и ваш покорный слуга загрузится. Ведь он находится в том лобби. Проверяем еще раз. Смайли Дэн, Капелли, 47, Ми. Почему-то дозатор. Фаербот и Бакси. Каким образом здесь оказался дозатор? Непонятно. Учитывая, что он должен играть полуфинал против агента. Что-то здесь не так, что-то здесь нечисто. Я думаю, что бульон, дудосеры наверняка здесь имеют место быть. Не, как говорится, не
Иволом единым. Остается лишь сделать еще один фраг. Боксину, правда, фаербота сейчас явное преимущество по стеку и по ситуации. В целом выход на мегу тоже за ним. Кто же сделает следующий фраг? Да, завтра агент ждут окончания этого матча? По какой причине, Тоха? Что-то сегодня пошло не так на турнире ГГВП. И он действительно затягивается. Их попросили? Это же полуфинал. Паксин против Фаербота. Давайте сверим часы наши швейцарские, которые никогда не врут. Пожалуйста. Агент Дозатор полуфинал. Фаербот Бакстин. Очень странное решение. Очень странное решение. Мне, честно говоря, до конца непонятное. Ну что ж. Нам остается лишь только подчиниться. Ситуация, может быть, прояснится в ближайшей перспективе. В таком случае турнир сегодня наш может затянуться. Обычно ЕГГВП проходит без задержек и является образцом с точки зрения отсутствия каких-либо перипетий с временными интервалами. Но мы видим, что даже и у нас бывают непонятные несостыковки. Вначале какая-то непонятная досадная незагрузка карты. Далее параллельно не стартует агент и дозатор. Что мы ждем дальше? Дальше мы ждем, наверное, уже просто отсутствие интернета. Тем временем 9-3, матч затягивается. Не так все просто для Бакстина. Не так все просто, как казалось вначале для Бакстина. Напоминаю, что мы рестримим поток английской киберспортивной организации Team Conlan, которому удалось загрузить свою карту. Golden Frag, напоминаю, что это полуфинал Baxin Firebot. Baxin, королевство Нидерландов, Firebot, Литва. Параллельные матчи по непонятным причинам агент и дозатор из Российской Федерации оба игрока Калуга не начинают, не стартуют, ждут окончания данного противостояния. За разъяснением и подробностями мы отправили своих корреспондентов киберспортивного клуба, дабы выяснить, чем это связано. Неужели бродкастинговая организация Team Con запросила два полуфинала сегодня в сетке вещания? Что ж, узнаем через некоторое время. Как говорится, оставайтесь киберспортивным клубом.
Фаербот, ну когда же Фаербот сделает фраг, хотел сказать я, а подумал, когда же его убьет Боксин. Очень хотелось бы загрузить карту, но пока это не представляется возможным. И вот он, важный файт, но Фаербот каким-то чудом остается живой, а здесь Боксин отыгрывает через слоу, но мажет важный рейлган. И Фаербот, честно говоря, на шаг, на маленький шажочек, но приближается к ничейному счету. Всего лишь 5 фрагов ему, сражаясь спортивным квейкерским стилем, наштамповать. И равный счет 9-9. Здесь с оружием что-то намудрил Фаербот. Выход на мегу, 12 хп. Как досадно, как обидно, неизвестно, что делать. Отыгрывает через смог. Опасность рядом. Иранский кибератлет такие ситуации не отпускает. Приходится даже не претендовать на следующий красный фаерботу. А мы в предвкушении загрузки лобби. Да, какое-то затишье перед бурей от Фаербота. Успел он как-то тут немножечко поменять свое положение. Имеет 100 армора, правда. У Боксина там вообще full stack. Интересная ситуация. Интрига сохранится в матче, но тут Боксин должен добивать Фаербота. Пытается отдожить он у стенки, но нет. Даже колонна не спасает игрока, стреляющего сразу две страны, Великобритания и Литва. Проигрывает он первую карту. И сейчас нам нужно наблюдать, загрузится ли наше лобби. Будем надеяться, что оно загрузится, правильно? У нас должна быть Skybreak. Ласково называют ZZ Cat Fireboot of Fire. Fire нет Wi-Fi, как говорится. Что происходит? Сейчас. Оказывается, они закончили. Что происходит сегодня с этим турниром? Я не понимаю, как это возможно? Что? Шок. Просто шок я испытываю. Почему RLQ в спектаторах? На каком основании Павел Борисов находится в спектаторах? Я напишу петицию в правоохранительные органы. Международные киберспортивные организации Team Conlan. Я возмущен происходящим.
на сегодняшнем турнире. Не загружаются лобби. Проблемы с на линии. По каким-то причинам. По каким-то причинам за одну карту отыгрывается сразу три. В общем, просто аттракцион невиданной щедрости сегодня на экранах. Фантастика. Просто фантастика. А тем временем у нас калужская классика. Агент Джикизур против Дозатор. Битва при Калуге. Всем уже известная, кому-то даже уже успевшая наскучить, но не нам, не киберспортивным клубам. Мы, конечно, обожаем это противостояние, но ждем с нетерпением, когда же впервые щитоносец Дозатор сможет победить агента. Но пока что начало положено, и агент в свойственной себе манере завладел преимуществом. Напомню, что лишь это полуфинал, это не финал. Судя по всему, в финале будет Бакстин. Здесь агент филигранно перерелливает Дозатора. Калужская Эль-Классико, дамы и господа. Матч, который сейчас на данном этапе становления игры киберспортивной дисциплины Diabotical является просто must-see, как говорится. Обязательно к просмотру. Расправит ли Дозатор плечи? Вот в чем вопрос от ZZCat13, да. Настоящий ли атлант наш Дмитрий Осиков Дозатор? Узнаем в ближайшие 40 минут. Плюс-минус, как говорится. 2-0 тем временем на домашней карте Дозатора. Его натренированный биоплант, на котором он сегодня практически аннигилировал Вигура. Здесь ему противостоит уже более серьезный соперник. Именитый Николай Майоров. Агент Джикизур. 3-0. Очень жестко начинает агент. Никакого спуска. Какое комбо! Rocket Rail. Одно из наших любимейших комбо. То, за что мы так любим. Quake. И Railgun. Но здесь все-таки за счет стека давит Дмитрий и делает фраг. Ну, хороший респаун для агента. И тут он получает Railgun. И тайминги. Ошибается в таймингах. Агент, играя против Дмитрия Осикова, агенту, конечно же, ошибаться в таймингах не стоит. Иначе кара наступит моментально. Как мы видим, два фрага просто в момент отыграны Дмитрием. 3-2. Ну, какие прострелы от агент Джикизур. И еще попадает агент. Мы чувствуем, что чувствует он свою новую мышку. И АИМ у него сейчас в полном порядке, ускорение. И Дозатор здесь замешкался. На самом деле ошибка от Дмитрия Осикова в перемещении по карте. Пока что никак у него не получается расправить плечи. А плечи у Дмитрия очень широкие. Вообще, довольно-таки габаритный игрок Дмитрий. Здесь... Вполне возможно, что это разная весовая категория с агентом, но лишь только с точки зрения реального веса, а не веса в самой дисциплине. Хотя здесь в таком случае вес в самой дисциплине уже обратная ситуация. Агент ведет 6-3. Биоплант. Ну, если не побеждать на биоплант, то где же побеждать? По моим каналам и источникам, если ничего не изменилось, то это Razer Viper Mini. Подскажите, многочисленные фанаты, поклонники паства агента, не менял ли он свой прибор в последнее время? И какой Railgun от Дозатора? Фантастика! Калужская Эль-Классика, то, что должен видеть каждый любитель Diabotical на своих экранах сейчас. Первый матч полуфинала. 7-4. Агент Джикизур пока что сильнее. Пока что сильнее, но рано хоронить Дмитрия. Напоминаю, что Дмитрий частенько может отцапать как минимум одну карту от именитого игрока. Обратите внимание, что у агента есть своя именная аватарка. Дмитрий пока что не является такой большой звездой. И использует классический аватар. Смайлик.
Смайлик Йеллоу. Смайли Йеллоу. Здесь просто поджига от агента. И 9-4. Пока что все складывается в классическом раскладе. Дозатор играет хорошо, всех перерывает, доходит до агента и вылетает с турнира. Неважно, какая стадия. Первый тур, что было однажды на турнирах Джукт. Финал, полуфинал, неважно. Мы знаем, что есть вот это психологическое, психологический надлом у Дмитрия. Регулярно проигрывает одному и тому же сопернику. Я думаю, уместно сравнить с Шараповой и Сиреной Уильямс. 11-4. Да, судя по всему, не будет сегодня подан фешенабельным калужском ресторане дозаторская граната. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это уровень уже немножечко на миллисекунду, но выше. 13-4. Классической доминирующей манере Николай Майоров переигрывает дозатора. Сейчас уже, я думаю, нет смысла откладывать прогноз. Совершенно точно первая карта в кармане у агента. Где бы это было видано, чтобы агент упустил преимущество в больше, чем 10 фрагов? Я думаю, что это практически невозможно. Даже если бы его соперником был никто иной, как абсолютный чемпион Quake Champions Rafa. А здесь пока нет. А, все, пошли попытки унижения. Как же психологически силен Николай. Он понимает, что его преимущество настолько сильно, что сейчас нужно просто уничтожать соперника морально. Достает он легендарную свою уже мачете, свое легендарный агент. И пытается при помощи золотистого мачете поставить точку на первой карте полуфинала турнира ЕГГ ВП номер 9. Напомню, что ЕГГ ВП номер 9 это еженедельные турниры Лазнич Продакшн. Каждое воскресенье в час дня разыгрывается 50 евро. Пока что агент выиграл 6 турниров из 8. А если быть точнее, 6 из 6, в которых участвовал, в двух он просто не участвовал. Победа! Ну, это просто классический стиль топ игры от агента. После непонятной ситуации с поражением на Эмберфолл от Distant Light очень сильно разозлился агент. Такая спортивная злость. И пока что вымещает он ее с удовольствием сначала на последней карте против Distant Light на Skybreak. И наконец-то RealQ покидает спектатора, ему здесь все ясно. В любом случае это неприемлемо, то что RealQ, один из участников игроков, в спокойном формате заходит в спектаторы. Если, конечно, только лишь он не комментировал это для львовского телевидения городского. Либо был гостем студии TeamCon LAN. Ну что ж, судя по всему, до завтра нужно попить водички. После такого досадного поражения на своей любимой карте BioPlant порушились все абсолютные планы до завтра. Я больше чем уверен, что он был уверен в своей самой сильной карте, а именно BioPlant. Напомню, что однажды Дозатор взял на ЕГГ ВП Казбу против агента. Но посмотрим, что будет на Рае. На Рае, мне кажется, в принципе, оба игрока смотрятся неплохо. Ну, в целом, на каждой карте агент смотрится чуть лучше. И этого чуть достаточно, чтобы стабильно побеждать агента практически во всех схватках. Каждый раз я говорю практически и забываю о том, что нужно говорить просто во всех схватках. Прошу прощения. Так, когда же проклятие агента снимет дозатор с себя? Неизвестно. Возможно, прибегнет он уже к гадалке, либо к каким-то потусторонним силам. Может быть, в церковь сходит дозатор. Мы не знаем, какие у него приоритеты. Но в любом случае, что-то неладное. Какая-то потусторонняя сила явно здесь замешана. Ни одним скиллом единым, как говорится. Все-таки так близок всегда дозатор к победе. И на самом деле так далек. На момент стартует Дмитрий с минусов. И опрометчивый джамп на агента с шафтом. Я думаю, что уже
холодном поту видит этот прыжок. Дозатор. И 1-1 на второй карте. Если агент сейчас побеждает, то это, выражаясь сленгом геймеров, Габелла, дамы и господа. 1-1. Шаги от Габеллы сейчас дозатор. Ух, какие попадания от Николая. Напомню, что в полуфинале ждет, как не дождется, наш представитель Королевства Нидерландов Баксин 1-2-3, который с удовольствием проиграет очередной финал агенту или дозатору. А возможно, все-таки наконец-то выиграет. Напомню, что дозатор однажды выиграл турнир ЕГГВП, но стоит отметить, что в нем не участвовал агент Джеки Зур. И именно у нидерландца Баксина тогда дозатор отобрал эти 50 евро в упорной борьбе 3-2. Также агент порядка 2 раз побеждал Баксина в финале. Ну, судя по всему, все идет к тому, что повторение финала Россия против Королевства Нидерландов. Агент Джеки Зур, Калужская доблесть против надежды всего региона Нидерландов. Прошу прощения, схватка на Миге. И агент в очередной раз победитель. Спокойно ее забирает. 2-1. Достает весла дозатора и начинает плыть. Да, мы видим, что он уже не читает соперника. Получает релганы. Попытка отыграть через фирменную банку. На этот раз не безуспешно. 3-1. Я думаю, что если так дальше пойдет, то мы увидим выход в спектаторы. Перед началом турнира Дмитрий любезно сообщил нам в чате о том, что он сыграл всего лишь 3 карты. Перед... В рамках подготовки к этому турниру. Здесь фраг от дозатора. Здесь на самом деле удивительно. Не дорабатывает агент здесь в этой перестрелке. Шаг на шаг. 3-0. О, красный, как всегда. Как всегда, агент. Хорош по таймингу. Хороший врыв. Агент повысил свою стрельбу шафта. И это видно сразу. 4-0. Не знаю, мышка ли это сенсивити. Напомню, что агент играет запредельно высокой сенсивити, чувствительностью мышкой. Мышки, прошу прощения. С такой чувствительностью мышки играли игроки в 2002 году. Сейчас же, конечно же, тренд на так называемый low sense. Низкая чувствительность мышки. Специальные настройки для кавакеров нового поколения. Зумеров, так сказать, которым нравится медленно водить рукой. 4-0. Ни в коем случае не использовать кисть, а пользоваться полной амплитудой руки, дабы максимум выжимать из процентов стрельбы. 5-0 тем временем. Дозатор вышел из минусов, но никоим образом не приблизился к победе на карте рая. Да, честно говоря, удручающее зрелище. Дмитрий Осиков, дозатор, в очередной раз абсолютно пасует перед лицом чемпиона. Также известного в узких и даже, я бы сказал, в широких кругах, как царь. Фраги на любой вкус сегодня готовит агент дозатору. Есть и комбо-фраги, есть фраги напряжения, есть фраги после серии попаданий с рейлгана, есть фраги на стрейфе с рокетом. Тяжело, конечно, морально дозатору оставаться все время тенью агента, но я думаю, что рано или поздно произойдет какой-то момент, и Дмитрий сможет наконец-то одолеть своего извечного обидчика, сенсея и учителя. Ну, даже агент периодически не допрыгивает, казалось бы, простые технические элементы не выполняет. Я думаю, что здесь уже расслабленность имеет место быть. Мы можем отмечать на то, что потихонечку агент тянется за своей мачете, и я думаю, что у него уже в голове план нанести сокрушающий удар, последний фраг именно при помощи мачете. Увидим, получится. Мы видели, как он зарубил мачете Баксина однажды в финале, финальным фрагом. Я думаю, что
Ему, в принципе, это нравится. Он понимает, что это очень сильное психологическое преимущество. На будущие турниры. И тотальная доминация над соперником. Поэтому я думаю, что есть такие мысли. Нанести не просто финальный фраг, но еще сделать это эстетически красиво и унизительно для соперника. И какой важный рейлган. И еще один фраг. Ничего себе, это хайлайт. И победа. Это войдет в историю Диаботика, дамы и господа. Обратите внимание, после такого рейлгана сразу фраг на респауне. И выход в спеке от Дмитрия Осикова Дозатора. Что можно еще сказать после этого? Это агент Жикизур. Это игрок другой лиги. Лиги, которая еще пока что не создана. Лига космическая. Космическая лига. Пока что только лишь один он отправился на своем звездолете в эту лигу. А Дмитрий Осиков пока что еще находится, конечно же, на земной лиге. И в открытый космос пока не запущен. А мы берем небольшую паузу и в рамках подготовки финала набираемся мотивации через призму потребления музыкальных композиций, любезно предоставленных нам программой Soundtrack by Twitch на бесплатной, безвозмездной основе. Спасибо. Итак, что по картам? Что по картам? Прошу прощения. Что по картам? Raya, Bioplane, Kasbah, Skybreak, Emberfall. Агент взял Emberfall. Бакстин взял Bioplane. Какой, а? Бакстин. Kasbah берет агент, Raya берет Бакстин. Ой-ой-ой, все, начинается КВН, дамы и господа. Emberfall. Сегодня агент на Emberfall уже потерпел обидное, досадное поражение от Distant Light, что стало, конечно же, сенсацией, локальной сенсацией в рамках турнира EGGVP номер 9. И посмотрим, сможет ли представитель Королевства Нидерландов повторить успех игрока Российской Федерации Distant Light. Напомню, что был Sudden Death, 20 минут, Sudden Death это когда 2 Golden Frag'а, и этот Golden Frag был произведен из орудий именно Distant Light. Фантастика, настоящая фантастика, что Distant Light на домашней, казалось бы, карте агента сегодня одарил. Но после этого, вы знаете, агента словно подменили. Я думаю, что он разозлился, собрался и показывает
классический свой агентский диаботикл. Большое затище. Ну что ж, Бакстин. Очередная попытка для Бакстина одолеть суперзвезду диаботикла агента. И как-то себя поднять в мировом табеле о ранге. О рангах. 0-0. Очень часто вот эти драки на синем. Через телепорт красиво пытается агент прорвать Бакстина. Не очень удачно. Обратите внимание, как любит брать чипсы агент. И здесь ни в коем случае речь не... Ну, это фраг. Нет, как такое возможно? Нет, все-таки фраг. На секунду появилась мачете, не забывает про нее агент. Кайсерская привычка, известная нам как достать нож. Бакстин поплыл. Честно говоря, непонятно. Я думаю, что Эмберфолл будет за агентом после таких действий Бакстина. Он, видимо, забыл, против кого он играет. Судя по всему, кто-то должен сейчас позвонить Бакстину в Нидерланды и сообщить о том, что он играет против агента. И такие выходки у него не прокатят. Все время мы напоминаем вам то, что Distant Life в свое время шотганом атаковал агента. Но мы знаем, что когда такие странные решения принимают соперник агента, ему только лишь вдвойне приятно. Да, Эмберфолл, конечно, карта по своей структуре созданная для такого игрока, как агент, любителя контроля. Control Freak. Так, если так можно выразиться. Не брезгует и дымом агент. Если есть дым, почему бы не взять дым? Посмотрим, будет ли он его использовать. Да, сразу использует. И на самом деле, довольно-таки грамотно. Пытается прочесть ситуацию. И смотрите, и вот отыграл за счет дыма, пожалуйста. Взял дым. Запутал соперника. И фраг у него в кармане. 2-0. Тем временем. Финал турнира ЕГГВП номер 9. Неужели седьмая победа Николая Майорова, калужского кибератлета? В это трудно поверить, но, судя по всему, это вполне вероятно. Потому как начинается финал, потому как действует Бакстин, не похоже на то, что он успел разыграться. Напомню, что в его полуфинале он одолел Фаербота. К сожалению, по техническим неполадкам, связанным с незагрузкой карты, Киберспортивный клуб не смог ознакомиться с этим полуфиналом, как бы мы ни стремились. Но зато мы увидели другой не менее интересный, а может быть и далее, даже более интересный полуфинал. Это калужское дерби, в котором в очередной раз агент одолел Дозатора. Уже сбились мы со счета. Какой же это был номер с точки зрения их противостояния. Ну, тут полное уничтожение соперника. 4-0. Я думаю, что Эмберфолл, это точно мы записываем на счет агента. Бакстин полной потери. Я бы не сказал, что агент делает что-то сверхъестественное. Скорее, стоит говорить о том, что Бакстин, честно говоря, сам на себя не похож. Во всяком случае, пока что, по прошествии практически 5 минут первой половины первой карты Эмберфолл, Бакстин выглядит лишь тенью себя самого образца прошлого финала. Правда, вот здесь вот за счет интересных решение действий, забирает мегу, попадает рейлган в агента, и здесь должен быть фраг, да. Агент не стал делать свич на другое оружие, он посчитал, что возможно он попадет еще один рейлган, и это будет максимальный возможный дэмэдж в этой сложившейся для него трудной ситуации. Но промазал. И вот тут что-то уже агент начинает, честно говоря, в каких-то микромоментах делать не самые лучшие мувы. Простите мне этот англицизм. Но у нас 4-1. Всего 3 фрага разницы. Хотя на Эмберфолл на такой карте это прилично.
с какой-либо противостояния. Агент забирает. Агент любит. Любит забирать чипсы. И как он быстро их забирает. Тратит ни одной лишней секунды на это. Вот, пожалуйста, 150 армора. Казалось бы. Только что ситуация была не в его пользу. А тут чуть-чуть не успевает. Миллисекунды не хватило. Может быть, если было бы 360 герцовый монитор, то я бы и попал этот рейл. Здесь 360 герц, напомню, только лишь у его соперника, у Бакстина 1-2-3. Если мне поменять у агента 240. Но настолько агент сильнее с точки зрения опыта и умения контролировать карту, что... Да вот здесь опять не дождался он момента. Что 360 герц против 240 особой роли не играет. Здесь не совсем я уверен, что правильно выбрал стратегию агент. Он слышал появление Мигири, все равно предпочел отыгрывать по-другому. Эта ситуация проигрывает Shaft Battle, а дает мегу. Ну, не знаю, не знаю. Да, он как бы не очень очевидно для соперника делал стрейф, что позволяло ему, возможно, подсадить Бакстина на Shaft. Но стек все-таки был у него совсем низкий по сравнению с соперником. Ну, тут Бакстин на ровном месте отдает фраг. Какое принимает решение агент? Нет, на мегу он не идет. Нет, идет, все-таки идет на мегу. Да, и мега тоже. Сейчас должна ему доставаться, если никаких недоразумений не произойдет. И вот опять контроль за Николаем. Я помню, что это первая карта финала ЕГЭ ВП номер 9. Да, да. Уже 9-й по счету турнира ЕГЭ ВП. Невероятно, но факт, как говорится. Жаль, очередные 50 евро утекают в калужские банки. Пять-два на Эмберфолл, 2 минуты до конца, точнее до голден фрага Николая. Ну, очень чувствует он эту карту. Быстро по ней перемещается. Респам здесь тоже уже есть понимание у агента. Пытается напряжение сыграть. Ну, Бакстин тоже... Не луком шит. И в телепорт не заходит. Честно говоря, потому как развивается событие на этой карте, и потому что мы знаем, как шел турнир, Бакстин до конца не, мне кажется, не вошел в свою форму, не натренировался, не получил вот этот нужный поток. А вот агент, наоборот, получил... досадное поражение на карте Эмберфолл от Distant Light'а. Нереально после этого собрался. Вынес Distant Light'а на Skyfall. На финальной третьей карте. Это сейчас мы говорим, речь идет про четвертьфинал. В полуфинале уничтожил Дозатора, который зачастую берет у него хотя бы карту. Здесь не оставил вообще никаких шансов Дмитрию. Даже на его домашней карте Bioplant. И вынудил выйти в спектаторы на Рае после потрясающего комбо-килла. Сначала он подловил хороший рулган, попал в секундах до красного, а потом еще и на респауне рокет сразу сочный на соточку. Здесь у агента, конечно, больше сейчас запал, а Бакстин выглядит, честно говоря, как человек, который не возьмет ни одной карты у агента в этом финале. Но посмотрим. Посмотрим, возможно, я ошибаюсь, тороплю события. Но, честно говоря, я бы сделал сейчас прогноз на 3-0. И голден фраг, 19 хп. 40, прошу прощения. Ну, какая-то просто капелька шафта была достаточно. Рисковал Бакстин. Немножечко не прочитал стек агента, а точнее не вспомнил про аптечку. Не подумал, не вспомнил, не знаю, какие решения он принимал, что было в его голове в эту секунду, но факт остается фактом. Первая карта за агентом.
И Биоплент. Сегодня на Биоплент шедевральную игру показал агент против Дозатора. Говоря, Биоплент считается, я так понимаю, что Баксин считает ее своей самой сильной. Раю и Биоплент. Но и у агента Биоплент в полном порядке, да? Здесь, может быть, Баксин зацепится. Посмотрим. И берет он первый фраг. Давайте немножко понаблюдаем за Баксином, потому что агент стримит, агент нам известен. Как себя поведет на Биоплент Бакстин. Подданный королевство Нидерландов. Человек довольно-таки скрытный. Информация о себе не предоставляющий. Турниры не транслирующий. Одним словом, не потокер. Концентрирован больше он на тренировках закрытых. Но здесь, казалось бы, дал хороший старт. Хорошие ракеты. Не дожал ситуацию. И агент делает фраг. Но до красной достается Бакстину. У него сейчас нету арсенала, нету рейлгана, и агент сейчас будет на дистанции выдержать, все делать правильно. Вот он опыт на ваших экранах. Бакстин казалось ему, что совсем чуть-чуть он добьет агента, но преимущество наличия рейлгана сыграло роль. Да, забирает красный мегу, до сих пор нету рейла. А рейл это основная ударная сила Бакстина. Здесь, ну здесь ты должен добивать, нет аптечки. Аптечка появляется. Красный лежит, агент заберет красный. Попытка через гранату выйти из ситуации Бакстина неудачно, но есть полтинник. И сейчас, смотрите, перевернулась ситуация. Вот так, казалось бы. Из-за отсутствия рейлгана Бакстин отдал инициативу сейчас агенту. Ну, на самом деле, здесь лучшее, что мог сделать Бакстин, это разменяться фрагами. Хоть что-то. А так, по логике, вообще агент должен был его убивать. А вот здесь вот за счет рейла уже отыгрывает Бакстин. 2-2. На Биоплент все более оптимистично для нидерландца. Все-таки на Эмберфол все было очень грустно. Попытка в пятку засадить агенту. 360 герц. На этот раз не сработали. Часто через гранатку отыгрывает Бакстин. Здесь шафт на шафт и ошибка с выбором оружия. И логическое завершение данного файта. Агент делает фраг. 3-2. Какие-то микромоменты выдают, конечно, в Баксе игрока не элитной лиги. А лиги все-таки профессиональные, но не элитные. 3-2. Время 4-2. Агент побеждает. Кстати, небольшой офф-топик. Сегодня день рождения одного из величайших квейк игроков в истории, у Сайфера. Поэтому, кто имеет возможность поздравить Алексея с 31-летием, как говорится, welcome в различные социальные сети. У Алексея есть и персональный твиттер, и в Дискорде он, в том числе на канале, на сервере DMTV, киберспортивного клуба присутствует. Есть у него и Инстаграм. В общем, то всячески поддерживает СНГ Quake. Призываю вас поздравить Алексея с днем рождения. Все-таки отличный у него выдался турнир. Второе место занял он на Pro-лиге по Quake Champions. Можно сказать, возвращение Сайфера в элиту Quake. Произошло 6-2. Тем временем агент уверенно. Возвращаемся мы к Diabotical. 6-2 ведет агент. И у Бакстина серьезные проблемы. Ну, Рая. Рая — это карта, которую Бакстин обычно цепляет. Но следующая карта у нас не Рая. Если мне память не изменяет. ЗЗЗ, ЛЗЗ. Даже кефир сегодня купил. А я, получается, покупаю кефир каждый день. И это является мой любимый, в принципе, продукт. Получается, поддерживаю Сайфера каждый день. По логике ЗЗ, ЛЗЗ. И на этом все, больше не отвлекаемся, хотя игра нам позволяет, Бакстин валяет дурака,
Агент. Агент просто сильнее. Надо это признать. Агент просто сильнее Бакстина. И Бакстину нужно сотворить настоящее чудо, как сборная США сотворила чудо на льду и победила команду СССР, что стало даже материалом и сценарием для голливудского кино. И не одного даже, а нескольких. Вот примерно такого рода чудо Бакстину нужно сотворить, чтобы одолеть именитого соперника агента. Ну, либо на линии Калуга-Москва опять должны начаться проблемы с пакетами, с потерей пинга. Что-то такое должно произойти. Форс-мажор, выражаясь юридическим языком, документ оборота договорной основы Российской Федерации. Может быть, какое-то стихийное бедствие в области Калуги. Но будем надеяться, что ничего такого не произойдет. И в очередной раз поздравим мы Николая с победой на турнирах ЕГГВП. Это, напомню, 9-й турнир ЕГГВП. Каждую неделю в час дня, в воскресенье, 50 евро на кону. 7 турниров рискует выиграть агент, если победит сейчас Бакстина на этой карте и на следующей. Что, кстати, судя по всему, и произойдет. В двух турнирах, не устаю повторять, агент не участвовал. В этих турнирах победу одержали Карвик, если вы еще помните такого игрока из Польши, который больше не участвует в турнирах после, после очень удачных противостояний против агента. Судя по всему, нервы начали шалить у польского кибератлета, и он не участвует больше в этих состязаниях. И Дмитрий Усиков-Дозатор, вы знаете, однажды забрал первое место на турнире, одолев Бакстина, которым сейчас как раз мы наблюдаем, который отдает очередной фраг. И у нас чуть меньше 2 минут до золотого фрага агента. Поэтому Юра является, кстати, большим поклонником Алексея Алексеевича, поэтому, возможно, делает это неосознанно. Не отвлекаемся. 8-2, дамы и господа. Какой же запас скилла у агента. Просто фантастика. Такой же запас скилла можно сравнить лишь только в Quake Champions у Рафы на данный момент. Интересно было бы устроить какой-то шоу-матч на 700 тысяч долларов между агентом и Рафой, где сначала они играют Quake Champions, а потом Diabotical. А если у них ничья, то финальная Quake Life. Как вам такое? Найдите, пожалуйста, спонсора на 700 тысяч долларов, где агент Жикизур. Вы знаете, вывеска достойная Голливуда. Забаненный русский игрок, практически Федор Емельяненко. Из небольшого города, по меркам Российской Федерации, но большого по меркам Европы. Калуги против абсолютного чемпиона из сытой и зажиточной Америки, Рафы. Играют в 3 квейка. Точнее, в 2 квейка Диаботика, который является квейком еще большим, чем какой-либо другой квейк. Начинают они с Quake Champions. Далее играют Diabotical. И если у них ничья, они играют Quake Life. Как вам такое? И 700 тысяч долларов на кону. Пожалуйста, спонсоры, обращайтесь в наши киберспортивные клубы. Мы берем небольшую комиссию за организацию данного мероприятия. 7%. 9-3. Тем временем небольшое отступление у нас было. Агент Жикизур. Абсолютная легенда Диаботикла. Даже если он уходит завтра из киберспортивных состязаний, он останется. Он вписал свое имя в Диаботикл на века. Я думаю, что 700 тысяч долларов — это единственная сумма, которая заставит Шейна Хендриксона не отказать в участии шоу-матча против Агент Жикизур. Знаем, насколько большие зарплаты сейчас в Пролиге. Знаем, какие аппетиты сейчас у кибератлетов, выступающих на профессиональном уровне.
Quake Champions. Это одна из причин, почему они не участвуют в еженедельных турнирах EGGVP на 50 евро. Для них это уже, выражаясь киберспортивным сленгом, мука. А как говорится, от муки растут бока. А наши кибератлеты всегда в форме и не могут себе позволить лишний вес. 9-3. Тем временем на второй карте Golden Frag у Бакстина проблемы. Проигрывая эту карту, нас ждет, по-моему, все-таки рая четвертая. Увидим, увидим. Мне кажется, сейчас будет Skybreak. Но, в принципе, пул карт, что у Бакстина, что у агента, плюс-минус одинаковые. Это игроки высочайшей пробы. Просто проба агента чуть выше, чем проба Бакстина. Я бы сказал, что я бы сравнил Бакстина с Пандорой. Женские украшения, украшения Пандора. А агент, агент это Тиффани. А, вот примерно такая разница, если вас это интересует. Либо можно сравнить, что агент это последняя коллекция Том Форда. А Бакстин это коллаборация H&M и Джилл Сандер. Если такие сравнения вам неуместны, то перейду на более понятный язык поклонников киберспорта. Агент это Bugatti Veyron, а Бакстин это Nissan 350Z. Агент Жикизур, Бакстин, финал. Тоже уже вывеска в рамках турниров Diabotical. 0-0. 2-0 по сумме двух карт. Но первый фраг за Бакстином, обратите внимание. Ну что ж, понаблюдали мы за ним на биоплент, на его пике. Ну, ничем хорошим его пик для него не закончился. 2-0 он проигрывает агенту. Я всячески не отрицаю и не верю какой-либо камбэк. Потому что агент здесь на Казба просто поставит жирную-жирную точку. В этом финале, правда, пока что 2-0. Пока что Бакстин начинает успешно. Но все бывает, все бывает. Я думаю, что не за горами переворот встречи. И вот, возможно, сейчас он начинается. Агент забирает красный. А Бакстин мажет рейл за рейлом. Сейчас агент в очень хорошей ситуации. Ему нужно просто взять шафт и рейл. Прошу прощения, шафт у него уже есть. 31%. Хороший показатель. Врыв! Бакстин... Бакстин не жилец в этой ситуации. 1-2, первый фраг за Николаем. Очень долго правит агент в рамках царя империи Диаботикла. Я бы сравнил его даже уже с Николаем Первым. Не впутать с Николаем Вторым, который правил страной 30 лет. Что же будет крымской войной для агента? Вот в чем вопрос. Что же заставит его сдать пост царя и всей Руси? 1-2 проигрывает агент. Я думаю, что в принципе прозвище Николай Первый за агентом может и закрепиться. Как вы считаете, дамы и господа, любители киберспорта? Представители авангарда нашего киберспортивного уютного клуба. Напишите, пожалуйста, в комментариях. В комментариях я да, я знаю, что комментариев нет, это чат. Просто такое выражение часто мы слышим, рассматривая ролики на ютубе. Гегемония агента продолжается, согласен с тройным Z, двойным L, тройным Z. Вот здесь, вы знаете, Бакстин 4-1. Возможно, торопим мы события. Возможно, посрамит нас подданный Нидерландов и перевернет ход встречи. Ну или хотя бы возьмет карту Казба. Пять-один. Бедный Йорик. Наш Бакстин. Вот так Мигу надает. А, прошу прощения, это агент отдал Мигу.
забывает ваш покорный слуга. Мы же смотрим за Николаем Первым. Переключаемся на Баксина 1, 2, 3. Возможно, это Филипп Третий. Все может быть. 6-1. Максим, на Казбе ты посмотрите, а? Может удивлять этот игрок все-таки. Казалось бы, 2-0. Все против него. У агента идет масть, выражаясь низким стилем. Но! Сопротивляется, Максим, сопротивляется. Здесь слово отжат красный. И, вы знаете, честно говоря, действия агента на Казбе уже не настолько... Не настолько выверенные, как они были на Биопленд и Эмберфол. Здесь Бакстин собирается, собирается в середине их противостояния в финале. Напоминаю, что это Best of 5 еженедельного турнира. Каждое воскресенье в час дня по Москве мы собираемся в уютной компании киберспортивного клуба DMTV и смотрим, смотрим Колобков на самом высоком уровне. В рамках турнира ЕГГПП. Это уже 9-й турнир по счету. Семь один. Контроль Миги остается за Баксином до сих пор. Шафт на шафт, победа будет здесь за Бакстином. И вы знаете, я думаю, что все-таки возьмет, возьмет он карту. Вот так вот поторопился ваш покорный слуга. Посыпаю голову пеплом. Признаю свою ошибку. А ведь самое главное, вовремя признать свои ошибки. Не отрицать действительность. Мы столкнулись с тем, что поторопились. Поторопились мы отдать победу уже Николаю Первому. Также известному как агент Жекизур. Ой-ой-ой, красивейший фраг Бакстина. Я думаю, один из самых важных фрагов в его карьере. Красивый фраг на агенте в финале турнира. Это запомнится на всю жизнь. Что еще запомнится на всю жизнь? Победа над агентом в финале турнира. Способен ли на это Бакстин? Я думаю, что нет. Как думаете вы? Оставьте ваше мнение в комментариях. Спасибо. Сквозь дым делает агент фраг. И это может быть фраг переворот. Фраг, который может полностью поменять ход матча. Атака на красный Баксина. Баксин, нет таймингов. Рано приходит на красный. Опасно на... Ай-яй-яй-яй. Как опасно приходить на айтемы без тайминга, когда ты играешь с агентом. У этого человека-то есть тайминг. Это же настоящий калькулятор в голове. Причем... Я бы сказал, что калькулятор Citizen, а не электроника. 3-9. Николай Первый Калужский в финале против Бакстина 123-го. Пока что проигрывает 9-3, но по картам ведет 2-0. Это третья карта. Приносим свои извинения за неотображение данной информации в оверлее ввиду технических неполадок. Подводит софт. Бакстин отжал мегу. И должен тут как-то нажимать агента. Отступление агента. Хороший рейл. Но что? Что? Ничего себе! Говорит себе Бакстин. Как же так? У меня же 360 герцев. Ну вот такая рандомная сотка. Это в стиле Бакстина. Еще один фраг отжимает агент на ровном месте. Я думаю, что пора сушить весла товарищу Бакстину. Агент знает, умеет и любит делать такие камбэки, когда чувствует контроль карты. А мне кажется, именно в эту секунду он ее чувствует. Пытается проштрафовать агента на миг. Удачно, удачные тайминги ловит поданный королевство Нидерландов. Попадает РЛ, штрафует агента и забирает мегу. Вот здесь вот на этот файт он выходит с преимуществом, тем более в такой шафт впитывает сейчас агент 174. Здесь вот
важный рейлган им мажет. Все-таки как хорош на стрейфе. Казалось бы, заядлый рейлер Бакстин проигрывает эти файты Николаю не потому, что он хуже рейлит, а потому, что агент лучше доджит. Врыв на мегу. Нервничает Бакстин, но все-таки мега достается ему. Тайминг на красный у него должен быть. Предпочитает сыграть сейчас пассивно. Или нет, все-таки будет пытаться штрафовать. Да, будет штрафовать агент. Нет, не будет. Отдает красный. Просто так, все. Все, Бакстин принимает решение играть аккуратно. Он понимает, что минута до его голден фрага. И будет пытаться просто чудом подловить Николая. Да. Если так дело пойдет и дальше, что агент может править Яботиком 30 лет, так же, как Николай Первый правил Российской империей. 5-9. Тем временем 4 фрага. Тянет время Бакстин. Да, все-таки правило золотого фрага — это то правило, которое, конечно, благоволит таким игрокам, как агент. Все-таки даже если их прижмут к стенке, они всегда могут отыграться. И мы видели уже от агента величайшие камбэки против Карвика как раз таки на карте Казба. Это произошло в финале. Увлекательный был матч. Если у вас возможность, потрудитесь найти его на просторах всемирной паутины. Думаю, что он должен быть где-то на Ютубе. Тем временем 3 фрага отделяет игроков, но голден фраг не за горами для Бакстина. Но у него нулевой контроль. Я думаю, что сейчас его пульс участился. Его пульс участился. И я думаю, что сейчас он будет допускать какие-то технические ошибки. Вот такие вот, например, не попадать рейлганы, которые обычно попадает. И вы знаете, мне кажется, когда прозвучал вот этот голден фраг, больше стал нервничать Бакстин, а не агент. Хоть и ему нужно наносить этот голден фраг. Понимает, что надо брать карту. Надо порадовать своих немногочисленных поклонников. А немногочисленных почему? Потому что Бакстин не является контент-мейкером либо инфлюенсером. Он не транслирует свой геймплей во время турниров. А вот здесь на самом деле агент... Ну какая наглость от агента. Он знал, что мега есть у Бакстина. Но все равно дает файта синим. Убивает нидерландца. 2 фрага. Неужели Николай и здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Как же тяжело Бакстину сейчас. 1 фраг. Агент забрал красный. Бакстин уже, я думаю, что не знает, куда ему деваться. Пытается штрафовать на меге. В принципе, 1 рейл попал, но этого недостаточно. У него все плохо по арморам. Он совершенно не контролирует карту. Агенту нужно сделать 2 фрага, Бакстину 1. Если агент делает 2 фрага, он становится 7-кратным обладателем 50 евро от ЕГГВП. И победителем 9-го турнира. Голден фраг, пожалуйста, нежданно-негаданно. Ну, в принципе, как нежданно-негаданно? Эксперты киберспортивного клуба прогнозировали легкую прогулку для Николая. Счет 3-0. Но мы видим сейчас, что на Казба все-таки Бакстин уперся. От слова отыгрывает он. Берет синий. Ой-ой-ой, тут агент на самом деле... Нет! Победа! Поздравляем, дамы и господа! Поздравляем агента! Даже похлопаю. Фантастика! Это 7-я победа из 7 турниров. 7 первых мест у агента. Вот такая доминация агента на просторах Диаботикла. Пока что не видно, кто бы смог остановить эту машину. А мы будем постепенно прощаться. Немножечко музыки для вас. И статистика, конечно же, будет на ваших экранах. Классика, наша классика. Наша, я бы даже сказал, фишка. Не путайте с сухариками. Итак, агент Жакизур, казалось бы, 6-я позиция в мировом рейтинге. Просто человек не играет.
И смотрим статистику агента на этом турнире. Давайте посмотрим, сколько агент провел матчей. Он сыграл с Шемблером, с Distant Light'ом, с Дазом. Это раз, четыре, шесть, девять. И все девять матчей посмотрим. Финал с Боксином на ваших экранах. Ну что можно сказать? Боксин чуть-чуть передамажил на первой карте Эмберфолл. Зато... Ну что тут скажешь? Ну что тут скажешь? 40 синих против 24. Какие-либо еще комментарии вам нужны? При этом примерно равная стрельба шафта. Чуть лучше рейл. Ну тоже в рамках разумного у агента. Но просто 40 синих и 24. При том, что мег примерно равное количество. Здесь все ясно. Идем дальше. Вторая карта. Биоплан пик Бакстина. Здесь опять Боксин чуть-чуть наносит много дэмэджа, но, дамы и господа, что нам нужно знать? Что к синих на биоплант агент забрал 32, а Боксин на 20 меньше, 12. При этом красных примерно равное количество, а вот по мегам Боксин лидирует в два раза. Но какой провал по синим? Так вот, синие. То, чего не хватает Боксину. По руке тут... значительно лучше попадал Боксин, при том, что примерно равный дэмэдж. По шафтам я уже отмечал, что они плюс-минус одинаково стреляют, но здесь Боксин чуть сильнее. По проценту рейл сильнее у агента. Стоит отметить, что важный дэмэдж. Но самое главное, опять 20 синих. И финальная карта, самый увлекательный матч трехматчевого противостояния. Агент побеждает в один фраг. Во всех трех картах Боксин наносит больше дэмэджа. И здесь что у нас? Здесь опять... Семен Фарада. 18 мег. Сколько денег за побегу? За победу. 50 евро. 50 евро каждую неделю по понедельникам. В час дня по Москве. Значит, 18 мег набрал Боксин. Всего лишь 3 агента. То есть агент, не знаю, сознательно или бессознательно, или нарочито отдавал меги Боксину. При этом сильное преимущество по красным 21 на 8. И по синим не сильная доминация, но доминация 27 на 20. 2800 дэмэджа. Много дэмэджа попадает агент с рокета. Шафт опять чуть лучше у Бакстина, и дэмэджа в два раза больше. Рейл опять чуть лучше. Отмечаем, что агент перерейливал. Да, действительно, мы видели эти файты. Агент действительно перерейливал. Казалось бы, рейл игрока Боксин. Возможно, Боксин поменял свою чувствительность мышки. Мы видели, что в этот раз он сегодня шафтил лучше, чем он шафтил до этого. Но рейлил хуже. Возможно, все кроется в настройках. Но мы об этом никогда не узнаем. Почему? Потому что Бакстин у нас человек инкогнито. На этом мы с вами прощаемся. Сегодня еще у нас матч, можно сказать, века практически в рамках лиги Wipeout'у. Diabotical Wipeout League. Сегодня сразятся две суперкоманды. Плюс Форвард, в составе которой выступает даже Линкин, ну а также и наш отечественный игрок Аластрас. Против Factory. Зачитаю вам состав Factory, потому что вы, скорее всего, знаете этих игроков. Возможно, даже кто-то лично знаком с этими игроками. Это M19Cas, RealQ, Скуки, не путайте со Скучи, Luxatron, a.k.a. Лохотрон, и Данчезор, а.к.а. Дантес. Команда нацеливается на победу в целом по лиге. Плюс Форвард. Зачитаю вам
Состав плюс форвард. Пожалуйста. Кто такие плюс форвард? Это Сиз, Наган, Линкен, Аластрас, Эннесси, Дабра, Мекс и Оди. Ну, неизвестно, кто сегодня окажется сильнее, но матч обещает быть жарким. Увидим мы обязательно три карты в рамках Diabotical Wipeout League. И давайте проверим, какое же время начала матча. Это 21 сет, что значит 22.00, 10 часов вечера по Москве. Дамы и господа, мы снова встречаемся в рамках киберспортивного клуба. Мы просмотрим интереснейшее противостояние двух супер сильных коллективов по Wipeout. Если у вас есть возможность вызвать врача, вызывайте врача Дэшу Иксу. Всем спасибо, кто смотрел. Играйте в Diabotical. Благодарим за рейд Николая Первого, поздравляем с очередной победой, 7-й по счету в рамках турнира ЕГГВП, 7 из 7. Ну что, нам приходится лишь только выбрать какой-то интересный канал для дальнейшего рейда. Что мы будем делать? Конечно же, это будет не формат, что-то интересное, поэтому нужно придумать, что же это будет. Буквально берем паузу в рамках 30 секунд и принимаем решение. Вы знаете, в данный момент абсолютно нету никаких приличных людей на трансляциях по Quake Champions, либо Diabotical, Just Chatting. И в рамках киберспортивного клуба я принимаю решение зарейдить очень крупного стримера по Warzone. Спасибо.